В прошлом видео я рассказала об интересных фактах Великобритании, но так как в нее входит Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, я решила рассказать о них подробнее и отдельно, но для начала немного истории. У Шотландии, так же как и Англии, очень богатая история, но именно конец 13 века стал для нее серьезным испытанием. В 1292 году королем Шотландии стал Иоанн Балиоль, но, устав от натиска Эдуарда I, он возобновил союз с Францией и Норвегией и открыто выступил против Эдуарда I. В ответ на эти действия Иоанн был признан мятежным вассалом, и в 1296 году английская армия вторглась на территорию Шотландии и легко завоевала всю страну. Эдуард I объявил себя королем Шотландии, в результате чего страна потеряла независимость. После этого было еще очень много войн, восстаний, постоянная смена королей, жаждущих править страной. Лишь в 1707 году, согласно договору об унии, было образовано Королевство Великобритании. А теперь об интересных фактах Шотландии. Первое. Предмет одежды, который всегда ассоциируется только с Шотландией, это килт. Мужчины носят килт как юбку. Его используют с конца 16 века и популярен он до сих пор. Второе. В Шотландии любят разных мифических животных. Национальным животным Шотландии является единорог. Третье. Ежегодно тысячи туристов приезжают в знаменитое озеро Лохнесс, которое находится в Шотландии. В Шотландии жители не оплачивают за воду. Правительство считает, что для граждан вода должна быть бесплатной. Пятое. Шотландия состоит почти из 800 островов. В основном они маленькие и необитаемые. Шестое. Население Шотландии 5 400 000 человек. Седьмое. Официально здесь признаны три языка – гельский, английский и англо-шотландский. Восьмое. Эдинбург – первый город, создавший собственную пожарную команду в 1824 году. Девятое. Небольшая деревня Бонни-Бридж имеет второе название – курорт для инопланетян. Считается, что каждый второй житель видел здесь НЛО. Десятое. Национальным блюдом является хаггис. Это субпродукты, которыми наполняют желудок животного, добавляя лук и приправы, и варят. Экспорт этого блюда во многие страны мира запрещен. 11. У шотландцев есть собственный Новый год, называется Хогманай, сопровождается факельным шествием и фаер-шоу с фейерверками. 12. Александр Белл, изобревший телефон, родился в Шотландии. Александр Флеминг, открывший пенициллин, тоже шотландец. 13. Шотландский банк, самый старейший в Великобритании, был основан в 1695 году и все еще работает. 14. Национальный напиток Шотландии – виски. Здесь производят лучшие виски в мире – Гленфиддик, и он является самым продаваемым. 15. Национальный музыкальный инструмент – волынка. Первая волынка появилась еще в 1300 году до нашей эры. Сейчас ее используют на мероприятиях и военных парадах. 16. Самая первая цветная фотография в мире была сделана шотландским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом в 1861 году. 17. Особенность Шотландии – огромное количество замков. Всего по стране насчитывается около 3000 замков. 18. До 1603 года в Шотландии всегда был собственный монарх. Это изменилось после смерти королевы Елизаветы I, которая выбрала своим преемником сына шотландской королевы Марии Стюарт. Яков I стал первым королем Шотландии и Англии одновременно и прекратил военный конфликт между странами. Шотландия – очень красивая и интересная страна, которая большую часть истории боролась за свою независимость. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось видео и вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на канал, в будущем будет больше видео о географии.